Правильно подобранные материалы для внешней отделки дома не только украсят его, но и обеспечат эффективную звуко- и теплоизоляцию. Значительно сократят расходы на содержание, а также продлят срок службы фасада. Панели из пенополистирола «Кронаформ» компании «Кронопласт» для внешней отделки. Принципиально новый материал на отечественном рынке, который решает все перечисленные задачи. Панели «Кронаформ» изготовлены из пенополистирола плотностью 20-30 кг на метр кубический, имеют толщину 5 см, покрыты жестким акриловым составом с мраморной крошкой, выдерживают температуру от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию, не боятся влаги, а также способствуют сохранению тепла и обеспечивают дополнительную шумоизоляцию. «Кронаформ» можно монтировать без профессионального оборудования и специальных навыков. Рисунок нанесен методом цифровой UF-печати и покрыт двойным слоем матового UF-лака. Разнообразный дизайн и текстура панелей, имитирующих различные материалы, удовлетворит самый изысканный вкус. Прежде всего нужно подготовить фасад. Очистите стены от пыли и грязи. Зашпаклюйте трещины. Проверьте геометрию фасада при помощи уровня. Заметные перекосы и неровности нужно исправить. Желательно обработать поверхность антисептиком. Затем следует рассчитать площадь наружных стен и определиться с количеством материала. Важно учесть возможные погрешности на случай повреждений и подгонки плит. Также на этом этапе рассчитывается количество погонных метров молдингов. Приступаем к монтажу. Сделайте разметку по нижней части фасада. Нанесите клей по одной из схем и начинайте монтаж с нижней части стены, плотно прижимая панели к фасаду. С двух сторон у каждой панели есть стыковочные планки, скрывающие соединения. Герметизация швов не требуется. Для монтажа используйте клей для пенополистирола, цементно-полимерный, полиуретановую клей-пену или другой состав, соответствующий специфике монтажа. Также рекомендуется дополнительно зафиксировать панель механическим крепежом. Благодаря малому весу панели «Кронаформ» не дают значительных нагрузок на здание. Осталось закрыть углы. Есть несколько способов. Стык в стык с подрезкой панели под углом 45 градусов, одной панелью, согнутой под 90 градусов, или с помощью специальных комплектующих «Крономолдинг» компании «Кронопласт». Чтобы фасад выглядел завершенным, необходимо провести отделку окон. Для этого в линейке комплектующих предусмотрены декоративные откосы и подоконники. С «Кронаформ» внешняя отделка дома проходит легко и быстро, так как нет необходимости соблюдения многоэтапной технологии с обрешеткой и дополнительным утеплением дома. Ее итоговая стоимость за 1 квадратный метр с учетом монтажа в несколько раз ниже альтернативных отделочных материалов. А сушить фасад «Кронаформ» при соблюдении всех условий эксплуатации будет не менее 30 лет. Если спустя несколько лет потребуется заменить одну или несколько поврежденных панелей, то ремонт можно провести локально, без переделки всего фасада. Доступная цена и разнообразный дизайн делают «Кронаформ» по-настоящему универсальным материалом.